машину здесь арендуют. Четверок уже они там прикатились на скалейку, сажили, и нас затащили к ним. И на будущее то же самое. Да, рассчитайся. Есть целый комплекс машин. Вот уборочные машины стоят, вот их стоят, короче. Отличие от них характера. Есть еще, это у нас вот там стоят, вон волковаки. Волковаки. Фрезерный барабан. Заключается процесс в том, что происходит прослойное фрезерование торфяной залежи. Они, эта фрезерная крошка сушится, затем волкуется, валит и добывается вот этими уборочными машинами. А затем уже,
вот это караванище машины формирует штабель. Вот такие штабели. Высыпаются уборочные машины все в штабеля, торф собирается. И караванище. И для вывозки делаются временные железнодорожные пути. Кстати, временные пути. Где погрузочным краном грузит торф в полувагоны и отправляет. Без балласта просто на подготовленной трассе на тур. А кроме временных вы сейчас что-то строите? Нет. Шашлык. Да ладно.